А вот демографически, вот Лос-Анджелес сильно отличается от здесь, вот когда выходишь на улицу и смотришь, кто ходит по улице. Но здесь такая очень специфическая среда, мне кажется. Здесь очень много айтишных работников, программистов. Да. То есть я так вообще заметила, что среднестатистический житель – это парень в портфеле на велосипеде. Из Индии. Ну, нет, не обязательно из Индии. То есть разных хватает. Угу. Вот. А в Лос-Анджелесе, как бы, наверное, очень много с Мексики, с Эквадора. О, их там больше. Оттуда, да. Вы освоились как-то с русским магазином? Вот там какой-то Санта Бремер селедочку покупаете? Ну, в Нью-Йорке покупала, здесь пока еще не нашли магазин. Я. Угу. Я слышала, что есть самовар вроде. Самовар, конечно, там есть. Какой-то. Не только, там вот есть, да. Ну, пока еще не было. Селёдочка есть, черный хлебушек, все есть. Это же наша селёдочка, белорусская. Ваша. Есть что-то такое, почему, ну не то, что ностальгия, не хватает чего-то, чтобы это было, такое чего не хватает? Мне людей не хватает, друзей своих. Тех, которые там остались. Ну, это понятно, это как бы очевидная вещь. А так в вещественном, материальном плане, ну, всего хватает. То есть я бы не сказала, что там у меня ностальгия. Во-первых, в Нью-Йорке все доступно. Мы покупали сгущенку белорусскую, да. Какао белорусское, коммунарковское. То есть да. Все есть. А нет такой мысли, что вот мы здесь на ноги встанем и потом куда-нибудь двинемся, где, скажем, там, ну, соотношение, так сказать, доходов и стоимости жизни более оптимальное, там, чтобы уже дом, там, чтобы уже деток, уже там уже этот, ну, хозяйство обрасти вот этим. Есть такая мысль? Или вы думаете, что вы здесь уже как бы навсегда? Нет, я не думаю, что я навсегда. Возможно, такое вполне, потому что, ну, то есть я пока еще не думаю о покупке дома. Угу. Но вообще я понимаю, что рано или поздно придется покупать свой дом, потому что, ну, если семья будет расти, ну, надо где-то жить. А сесть? Среди ребят, которые вот у нас тут учатся, например, и друзья ваши, ну, как-то в более широком аспекте. Это как бы такая достаточно широко обсуждаемая тема, да. Что надо куда-то двигаться, потому что с такими ценами на жилье жить нельзя. Нет, вообще немножко по-другому. То есть я с кем тут разговаривала в нашей группе даже, у всех спрашиваю, как ты тут собираешься оставаться в Силиконовой долине или в Кремниевой, или собираешься ехать обратно в Нью-Йорк, в Мичиган, у нас там с разных штатов. И кто как. То есть некоторые говорят, нет, я только к себе там во Флориду, или я только к себе в Нью-Йорк. Угу. А кто-то говорит, нет, вот я здесь хочу попробовать. Ну и не пугает, что дорого. Ну да, пока молодой, там и терять нечего, только приобрести и можешь. Конечно. Я на самом деле, мне больше бы хотелось, чтобы они приехали, поучились и уехали. И местный рынок не давили, понимаете, потому что у нас сегодня примерно четверть нашей школы, треть, может быть, 30%, 30% нашей школы, это вот люди, которые приехали из других штатов, а многие из них потом уезжать не хотят. Так понравилось тут. Ну, друзья, это же не только работа или что-то, им с работой было проще дома. Скажем, найти работу в Нью-Йорке легче, чем тут соотношение спроса и предложения там гораздо лучше, но ты уже тут оброс концами, понимаешь, у тебя каждый вечер занят, там у тебя выходные заняты, ты уже там, ну куда ж ты поедешь? Ну, и знаете, просто если вначале я думала, что, ну, когда муж там, ну, я думала, что муж останется там, пока я здесь буду учиться, у меня еще были такие варианты, мысли, что я, возможно, вернусь в Нью-Йорк. А сейчас, так как он уже нашел здесь работу, то я уже, ну, то есть уже таких мыслей нет. Ну, хорошо. Значит, сам процесс учебы, педагоги, обстановка в школе, я не знаю... Есть что-то такое, вот если бы вам сказали, ты знаешь, что вот можешь поправить, чего, вот, пожалуйста, вот скажи, чего и поправиться, вот как бы тебе хотелось, что бы вы поправили? Нет, в принципе, мне все очень нравится, все доступно достаточно. Угу. Единственное, что как мне, человеку с нетехническим бэкграундом, хотелось бы, чтобы побольше было уроков именно технических, не баг-репортов, может быть, даже тест-кейсов, а больше технических. Да, ну это, вы знаете, что я очень понимаю вот это все, и я хочу сказать, что вот я на самом деле с техническим образованием человек, но мне тоже постоянно не хватает, и не хватало, когда я работал, и так далее, ты все время хватаешь тут, хватаешь там, ты читаешь книжки, ты что-то такое делаешь, а оно все время меняется же, да, оно же не дает разобраться, оно же только разобрался, вроде, говоришь, и оно опять поменяло. Поэтому я думаю, что все-таки наша функция состоит в том, чтобы оптимизировать по цене
и как бы минимальным расходом денежным и временным оказаться на работе и там уже учиться за их счет. Потому что сейчас вы учитесь за свой. А как только вы там окажетесь, вы будете за их счет учиться. И вот это вот то, что нужно как можно скорее сделать. Если можно скорее оказаться там, вот надо это сделать уже, а мы, конечно, не можем. Это годы займут. Посмотрите, вот люди ходят там по несколько лет, в City College там ходят. Еще есть классы, они еще не все взяли. Понимаете, и не работают, и все учат, и учат, и учат, и учат, и учат. И это, конечно, я бы сказал, что это не наш путь. Вот есть люди, которые ходят в City College, дай им Бог здоровья и все такое, но если бы они в City College платили столько, сколько это стоит, City College вышел бы из бизнеса на следующий день. Потому что это безумно дорого. Там пенсия уборщицы больше, чем менеджера в Microsoft. Потому что это государственное учреждение, там они 70% зарплаты, это их пенсия. Вот, поэтому халявность не должна быть такой привлекательной, чтобы вместо чтобы работать, там халяву собирать. А с точки зрения желания знать больше, хорошо, что оно есть раз, и дай бог, чтобы оно никогда не проходило. В нашем деле фишка в том, что надо все время учиться. Понимаете, если кто-то думает, что он так взял, отучился, на работу пошел, и дальше там под стол залез и на пенсию вышел через там какое-то время, так не получается, конечно. Хорошо, ваш супруг, последний вопрос. Вот он на вас смотрит, как вы учитесь. Я понимаю, что вы им такая крутите-вертите. Значит, да ладно. Ну, то есть вы влияете на него, он вам потакает. Нет. Ну хорошо. Значит, все-таки ваш муж, он на вас смотрит. И он как бы радуется за вас, видя, что с вами происходит. Или он переживает, или он говорит, нафиг ты на свою голову это все, значит, начала. И вот как его реакция? Что лицо у вас довольное. И я понимаю, что вот... Ну, противоречивая у него реакция, на самом деле. Давайте. Нет, вначале просто, когда я ему сказала, что я собираюсь на курсы, и курсы по QA, то есть как бы новая сфера для меня, он очень это как-то в штыки воспринял. То есть он сказал, да, куда тебе, зачем тебе это, ты ничего не знаешь, как-то, ну, то есть ты вообще не программист, никогда не училась в этой сфере. Окей, ну он как серьезный человек? Как бы в своей области состоявшийся, да. Понимаете, он не понимает вот этого с налету. Да, он не понимает. Серьезный человек, который годы тратит на то, чтобы стать кем-то, понимаете, он говорит, как это вот так вот? Это что же это такое? Это явно лажа какая-то, правда? Да. Но. Вот, да. А потом он стал, то есть как бы я его убедила, то есть в серьезности намерений тем, что я как раз стала заниматься этим, на ютесте сидела, рассказывала о том, что вот я каждый день ему там, вот я тестировала то-то, вот у меня такой-то сейчас проект, вот смотри, я зарепортовала. Ну, то есть он увидел, что у вас глазки загорелись. Да, он увидел, что у меня загорелись глазки, и он увидел, что я действительно серьезно настроена, то есть, наверное, поэтому как бы смягчился он в этом плане. Сейчас он хорошо относится. Но он пытается вас как-то контролировать или поддерживать, или человек говорит, ну что сегодня было там? Поддерживает. Ну хорошо. Это очень важно, ребят. На самом деле очень важно иметь поддержку, особенно, исключительно важно, это когда люди вокруг тебя, которые для тебя, ну, много значат в твоей жизни, и они тебя не всегда понимают. И вообще семья это такое, не знаю, такое дело, что тоже не всегда друг друга люди понимают. Вот я уже 40 лет женат почти. А вроде, да? Выглядим как ровесники, я не знаю, вот 40 лет. Жена хорошо ухаживает. Так вот. Ну это я так и думаю. Вот. Значит, и в семье тоже бывают непонимания. Поэтому очень важно, как бы в рамках семьи это все воспринимать. Я вот видел семьи, которые развалились от того, что люди, будучи в семье, не понимали себя как часть семьи. Он говорит, вот есть я, вот есть он. Если что-то разошлось, вот тогда развод и девичья фамилия. Понимаете, если люди концептуально принимают, что семья создается один раз, да, то все возникающие непонимания, они как бы решаются в рамках семьи, и как бы нет никакой угрозы семье. Поэтому вот я хочу сказать, что вот эта поддержка в критический момент, я, например, могу сказать, что я неоднократно поддерживал супругу, она может не согласиться, она скажет, что это не так, но я ее поддерживал в каких-то начинаниях, которые мне казались совершенно неразумными. Но я понимал, что правильнее ее поддержать в этом и дать ей возможность прийти к какому-то выводу, чем, например, там, навязывать какое-то решение извне.
Хотя, может быть, это тоже бывало, я не то, что там хочу сказать, что такого никогда не было. В общем, вы вообще счастливый человек, знаете, как она улыбается, посмотрите на ее улыбку. Ну, вот, значит, такая политика у меня, позитивный настрой. Нет, но все-таки я думаю, что в этом роль играет то, что вас поддерживают, и то, что вас, как бы сказать, вас не гложет там внутри, понимаете, там не... Или гложет. Нет, ну, я могу сказать, что изначально нам было достаточно тяжело. Я не сомневаюсь. Переезд этот очень серьезно, то есть и были ссоры, и там как выяснение отношений, но потом все улеглось. Вы видели в эмиграции пары, которые сюда приезжали, не выдерживали трудности и разбегались? Да. То есть это достаточно часто бывает? Не знаю, насколько часто, но видела несколько человек. Не выдерживают? Да, не выдерживают. Были, часто бывают, знаете, как что, ну, в Нью-Йорке, не знаю, как везде. У нас, например, вот в этом страховом офисе было пару девчонок, у которых мужья не выдержали, уехали обратно. А потому что на мужике ответственность особая. Понимаешь, он как бы, он кормилец, он такой альфа-самец, да, значит, он должен, и вот эта вот ответственность, которую он должен, вот он ее не выдерживает. И женщины, поскольку у них как раз вот этого комплекса нету, они гораздо легче адаптируются, они берутся за работу, которая есть, они совершенно не комплексуют, что они кому-то что-то должны там и не сделали, и так далее, и так далее. Я видел много таких, действительно, где муж уезжает, а жена говорит, не в жизнь. Да. И остаются, и детей, и так далее. То есть это бывает, действительно. Ну что же, мне кажется, Юлия, мы с вами такой широкий спектр тем... Вот. Плюс вы своей улыбкой создали определенную энергетику, и многие люди, которые были мрачноваты, я надеюсь, вот, они просветлели, потому что в тот момент, когда они нас смотрели, это, вот именно этого кому-то и не хватало. Не хватало видеть людей, которые проходят через трудности, и эмиграция — это не курорт, это стресс. Тем более, что я так понимаю, что... Значит, мы, у них не было такого комфорта, как, например, грин-карта, с которой они въехали, и там их так унизили, они там 3 недели ее получить не могли по почте. Понимаете, как они переживали, бедные, это какую пытку. Вот, значит, и ничего, смотри, да, трудности там, трудности здесь, трудности в голове у человека. Правда? Да. И еще надо, я бы это батьке Лукашенко привет передал, потому что это вот его заслуга, что такие, такое воспитание, такие стоические, крепкие девчонки, у них там вот, что называется там... И заслуга, что так много здесь. Да, так много здесь. То есть он как бы воспитал правильно и отправил, воспитал и отправил. Говорят, там был закон, чтобы красивых девочек замуж за границу не отдавать. Не слышала, правда. Не слышала, он хотел, что-то возмущался. Говорит, вывозят, говорит, наш капитал. Говорит, наше, как сказать, белое, не белое. В общем, женское золото. Хорошо, значит, давайте мы попрощаемся со всеми. И так им ручкой помашем и скажем пока. Пока.